каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Тувы Шалбана Караула о проведении под его руководством отдельного совещания, где планируется обсудить дополнительные меры по социально-экономическому развитию Тувы. Как сообщил Шалбан Караул, договоренность об этом была достигнута в ходе финального матча хоккейного турнира «Универсиады-2019». «Удалось повстречаться с коллегами и обменяться мнениями», — сообщил Шалбан Караул, присутствовавший на матче, в котором сборная России завоевала золотые медали «Универсиады-2019» по хоккею с шайбой. Рабочие места чиновников в Туве оборудуют системами видеонаблюдения, позволяющими в режиме онлайн контролировать их повседневную работу. На нововведении настоял глава региона. На аппаратном совещании он еще раз напомнил подчиненным, что правила установки видеокамер в кабинетах обязательно для всех. Опыт использования камер для контроля за кабинетами руководителей не все приняли адекватно. Были случаи, когда видеорегистратор пытались отключить. Именно поэтому глава Тувы решил еще раз и публично подтвердить свою позицию. Камеры в кабинетах будут, и их хозяевам придется либо смириться, либо менять работу. Кроме того, видеонаблюдение не позволит превращать служебные кабинеты министров и глав районных администраций, по выражению Шалбана Караула, в закрытые берлоги и заставит работать эффективно. Глава республики сослался на пример Японии, где в свое время отказались от кабинетов и посадили работников в один зал, что увеличило производительность труда кратно. Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва, приступили к подготовке в рамках конкурса «Армия-2019» «Конный марафон» «Арафт-2019», который будет проводиться впервые. В ходе подготовки военнослужащим предстоит пройти два этапа. Первый – смешанная эстафета на короткую дистанцию. Включает в себя ряд сложных элементов – метание ручных имитационных гранат, преодоление полосы препятствий, стрельбу из штатного оружия. Тактическое действие верхом на лошади, метание ручных имитационных гранат в ходе верхней езды. Для выполнения второго этапа дистанционного конного марша запланировано 2 дня. За это время военнослужащим предстоит преодолеть различные испытания общей протяженностью около 140 километров. Во время совершения марша военнослужащим нужно показать свои навыки в ориентировании на местности с помощью карты и GPS-устройства для поиска места ночлега и приготовления пищи. Также им предстоит продемонстрировать свои навыки в использовании лассо для поимки лошадей и выполнить учебно-боевую задачу по перевозке условно раненого и ящиков с боеприпасами. Всего к отборочному этапу привлечено около 100 военнослужащих. Из общего числа будет выбрано 13 человек, которые представят Центральный военный округ на всеармейском этапе конкурса в Рязанской области в мае этого года. Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 5 субъектов Российской Федерации. Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край. С 2017 года руководит округом генерал-полковник Александр Лапин. «Сообщи, где торгуют смертью». Под таким девизом в Туве проходит акция против наркотиков. В этой жизни много вредных привычек, среди них алкоголизм, курение и наркомания, которые несут непоправимый вред здоровью. Одна из главных целей мероприятия – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров, профилактике их немедицинского потребления, пропаганды здорового образа жизни, предупреждение распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних. Акция направлена также на выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции и табака, а также вовлечение в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. В антинаркотической акции принимают участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и других подразделений МВД по региону, а также представители системы профилактики и реабилитации нарко- и алкозависимых лиц.
Из республиканского бюджета на возмещение затрат на транспортировку твердого топлива гражданам, проживающим в домах с печным отоплением в труднодоступных населенных пунктах, планируется выделить 9,7 миллиона рублей. Право на получение субсидий имеют граждане, проживающие в домах с печным отоплением в труднодоступных населенных пунктах на территории республики, за исключением тех, кто получил вход в социальные проекты. Так, для получения субсидий получатель обращается в орган социальной защиты по месту фактического проживания с заявлением на имя руководителя. К заявлению прилагаются копии документов, которые, в свою очередь, должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством, либо предоставляются при одновременном предъявлении оригинала для сличения. И о курсах валют. Доллар на сегодня составляет 65 рублей 76 копеек, евро 74 рубля 6 копеек. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь, ЦУМ, цокольный этаж. Затеяли ремонт? Более 2000 видов обоев ждут вас в магазине «Мир обоев». Скидка на отдельные коллекции. Приходите, улица Энергетиков, дом 3. Тувинский госуниверситет получил лицензию на право на программы магистратуры по направлениям психология, жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, документоведение и архивоведение. На бакалавриат – прикладная информатика, журналистика, библиотечно-информационная деятельность. ТУВГУ стремится к расширению количества образовательных программ. Также ВУЗ учитывает пользу для экономики Тувы с точки зрения потребности в специалитетах соответствующего профиля на текущий момент и долгосрочную перспективу. Университет также хочет максимально использовать собственный ресурсный потенциал, реализацию возможностей профессорско-преподавательского состава вуза. Поэтому он регулярно обновляет спектр образовательных программ. Вводятся новые профили для уже действующих направлений подготовки. Только за последние два года, например, разработаны новые профили. Второй вектор развития – открытие абсолютно новых направлений подготовки, то есть получение лицензии. Напомним, что весной 2018 года была получена лицензия на право проведения образовательной деятельности по новым для университета программам магистратуры. И уже в сентябре прошлого года был осуществлен набор на эти программы, пока только коммерческие. В марте 2019 года ТУВГУ получил лицензию еще на 6 направлений подготовки. В марте каждый год традиционно по всему миру проходит месячник по предупреждению распространения туберкулеза. В рамках месячника, посвященному Всемирному дню борьбы с туберкулезом, в республике стартовали мероприятия, направленные на борьбу с этой коварной болезнью под названием туберкулез. В течение месяца будут проводиться акции и разнообразные мероприятия с главной целью информирования населения о профилактике туберкулеза. А главное мероприятие, основная акция «В здоровом теле – здоровый дух» пройдет 22 марта на площади Арбата. На территории площади будет расположена флюорографическая установка, где все могут пройти рентгенобследование. В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом, на территории республики в центральных районных больницах, городских поликлиниках, межрайонных медицинских центрах, а также в противотуберкулезном диспансере с 18 по 22 марта текущего года будут организованы дни открытых дверей с проведением флюорографического обследования, исследования анализа мокроты по Цильнельсону. Также врачи-фтизиатры будут проводить консультации, а в районах, соответственно, принимают районные врачи-фтизиатры. С 18 марта каждый желающий, который приведет с собой на флюорообследование более двух человек, получит символический подарок. Фтизиатрическая служба приглашает всех жителей пройти рентген на передвижной флюорографической установке, которая будет расположена на территории противотуберкулезного диспансера республики. Сегодня опередила всех и забрала свой приз радиоквеста «Замес майонез» автоледи Инна. Загадка была простой, искомое место – посольство Монголии. Девушка ехала неподалеку и услышала загадку на волнах радиостанции «Голос Азии» 102,5 FM. Приехав на место, она громко прокричала фразу «Замес майонез» и забрала свой приз. Здравствуйте, «Замес майонез»! Здравствуйте! Поздравляем вас с победой!
Хотите принять участие в квесте? Тогда вам достаточно слушать радиостанцию «Голос Азии» по будням с 13 до 14 часов. Ведущие озвучат новую загадку в стихотворной форме с зашифрованным местом и расскажут, кто является партнером конкурса. На этой неделе победители получают подарки от магазина специализированной бытовой химии «Химтоп» на Аюна Курседи 103/2. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные, займы до зарплаты. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту. В любой момент – просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Ашкахарекпа, тандыбуза отличные наличные жечедебернер, ставкалар на патрукпен, ашканы 15 минут полгажады слер, отличные наличные, слер пискагалнер. По республике облачно с прояснениями, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем местами небольшой мокрый снег. В Кызыле облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 10 до минус 12 градусов, днем от плюс 3 до плюс 5 градусов.